Змейки — это такая прелесть, говорили они. Заведите змеек, говорили они. Они такие классные, такие чудесные. Да нет, у меня в принципе нет вопросов, что они переворачивают и разливают всю воду из мисок. Что они заворачиваются, как хреновы мумии, вот в салфетке. Ладно, поменяем на грунт, не вопрос. Но почему вы меня не предупреждали, что это может происходить вот таким вот образом? И что мне нужно из говна и остатков ошметков кожи и салфеток вылавливать змею потом? С почином, пожалуйста. Вы не представляете, как это все пахнет.